Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Алькатрас, и мы продолжаем прохождение игры Bioshock Infinite. И вот в предыдущей серии мы пытались с Элизабет добраться до дирижабля, но когда мы пытались купить билеты, нам устроили засаду, из которой мы сумели сбежать, и Элизабет немного на нас разозлилась за то, что мы убили кучу людей. Но сейчас она нас простила, и мы движемся дальше. Так, идем дальше. Так, тут ничего. Так, что это? Начать демонстрацию. Ладно, понятно. Ахинея опять по этого пророка и все такое. Так, куда нам идти? Опаньки, Эсу. Что это такое? Хо-хо-хо, лошадиная сила, у нас будет ехер длиннее, блин. Нет? О. Чё за... О, мы выздоровели. Окей. Здесь соли. О, чё? Так, где вы там? Так, тихо. Так, где там пулемет? Так, надо добраться до пулемета. Так. На. Так, нам надо бежать тем временем. Так, ладно. Куда нам-то идти-то? Так. Как нам это... Ой, блядь. Она вернулась снова к жизни. Так, Элизабет, стой там. Ах. Ты собак, кто там? Какого? Опять ты? Да откуда взялся человек гроб, ё-моё. Так, хорошо, спасибо. Ой, блин. Так, все установилось хорошо. Блин, нет боеприпасов, твою мать. Фу, наконец-то. Так, потом для автомата. Так, там еще кого-то же убили. Так, хорошо, соль, хорошо. Ой, блин, это было жарковато сейчас, конечно, признаться. Ну ладно, сейчас его уже. Так, теперь что? Так. А, вот рычаг. Так, думаю, вот так, да? О, у нее тоже такая штучка есть. Ну чё? Ты готовься летать? Окей.
Так, теперь что нам делать-то? Так, да у нас с этой стороны начать, да, надо? А в какую сторону нам нужно-то гнать? Бля, в какую сторону гнать нам? Ага, вот сюда. Ну что, Элизабет, поехали. Где Элизабет? Едет за нами-то? Да, он едет. Так, куда мы едем-то? А, о, поднимаемся наверх. Вот так, наверное, да? Воу. Хорошо, добрались куда-то. Так, хорошо. Гранатомет. Йоу. Блин, я не знаю, ну нам столько оружия дают, но мы можем взять только два, но это несправедливо. А, блин. Ой, ну давай тогда посмотрим на стей. Да, придется сходить пока с автоматом. Извини, винтовка. Стоп, там застреленный. Твою мать, а что там застреленный человек делает? А, сам застрелился. А, но почему он это сделал? Так, что-то запись очередная. Так, ладно. Куда нам сейчас? Сюда. О! Снайперская винтовка? Ладно. Так, ладно. Так, ну охереть у нас все, конечно, так. О, хорошо. Блин, сука, уже, ё-моё. Это так нечестно, а? Ой, блин, ладно. Чё, сейчас на... Где они? Так, хорошо, один за нас. Нет, один не за нас. Так, боеприпасы. Хорошо, молодец, Элизабет. На. Так, кто там? Ой, ты откуда взялся, ё-моё? Не, Элизабет, было трудно предупредить, да? Так, где снайперка? Так, хорошо, бежим, бегом, бегом. Хорошо, где еще они? О, прям двоих снял. А, не одно только. А у тебя двоих. Блин, да. А, никак не привыкну. Так, что там Элизабет нам кричала? А, давайте со снайперкой только побегаем. Полезная вещь пока. Так, хорошо. Ну, давай монетки. Молодец. Так, торговый автомат. Соли 100%, давайте купим. И припасы для снайперской винтовки. Так, для автомата. Припасы для автомата, это вот. Для... А, ладно. Так, все хорошо. Где у нас полные патроны? Это просто замечательно.
Так, у вас что здесь было? Автоматы. Так, это не то. Так, ну как понятно, нам сюда, да? Нет, не сюда. Найдите, что... А, вот, залогивай, хорошо. Слейд, он всегда был таким. То ли дурак, то ли герой. А ведь не скажешь, что опаснее. Так, глянем, что в зале героев нас ожидает. Сэр, с помощью гипнотизера вы можете сделать врагов друзьями. Блин, ну пока нас единственный друг, тут Элизабет. И что он там делает? Максимум солей. Ну ладно. Нафига тебе фонарь? Здесь не так уж темно. Так, ну здесь что-то прошлось, это явно. Так. Бля, как-то тут странно маленько. Ой, блин. Чубика с ножом оставили в груди, в спине. Так, что это значит? Ой, блин. Так. Так, молодцом. Так, что это? Хорошо. Так, конечно, мы его... Чубыка завалили, да? Так, вроде. Так, хорошо. Найдите шок Жакей. Ладно, ага, вон нам открыл путь. Ну, Слейд, ну почему ты такая заноза в жопе, а? Ну, просто мог нам отдать этот... Как там, жакей что-то. Победите людей Слейта. Окей, сейчас победим. Все будет офигенно. Так, куда нам? Давай, иди отсюда. Так, чувствую полог. Сейчас откуда-нибудь вывыкнут на нас люди его. Элизабет, ты так не бежал бы вперед лучше? Кто знает, что впереди будет. Так, рычаг, ну давай дернем, что ли? А, типа рассказ про войну. Давай, помогай, ё-моё.
Вон они. Какого? Опять ты. О, хорошо. Так какого ж мы застряли? Так, хорошо, где вы там еще? Так, ну что, все? Все, кто были? Че, застрелился уже? А, вот, все, готов. Спасибо за помощь. Так, что у нас тут? Ладно, стоит какой-то чокнутый, это явно. Да, чё стоит вот это? Ну что это такое, а? Голову, блин, на копьях? Да, это нормально. Так. Куда мы вообще идем, а? Так, ну-ка. А, нам обратно, походу, возвращаться надо, да? Так, ладненько. Блин, сейчас надо. Давай, ста на наш сон становись. Молодец, батюнь. Ой. Че, я застрелился уже? Так где он? Или нет? А, вот застрелился он. Так, нам, походу, скорее всего, сюда, да? Да, сюда. Так. Понятненько. Так, а что у нас тут-то? Интересно. Удачно высунулся, дружок. Кантомет. Снаряжение, шляпа. Да, вот это я возьму. Так. Без кантомета почему-то обойдусь, наверное. Мне снайперка, наверное, больше по душе будет. Так, ладно. Соль. Начать демонстрацию. Так, идут. Где они? Так, хорошо. Так, где вы там еще? Так, хорошо. Ноль проблем. Так где вы там еще?
Ой, блин. Да, я знаю, это жестоко. Даже не смотри. Где вы там? Так. Мы подозреваем, что ты один остался. Да, ты последний. Нет, ты не последний. Так, одного там видел. Так, вот еще один. А ну идет Элизабет. Так, молодец. Так, где вы там еще? Да, без тебя твоих же. Найди мне соли. Давай, давай, давай. Ты еще жив? Да блин, как меня задолбал. Так. Так, слышу их, этих типа печалки Зены. Блин, задолбали орать. А, во. Давай. Так, давай. Так, оставь. Давай, давай, по-быстрому. Мне нужны твои патроны. Так, у тебя что есть? Так, хорошо. Почти пришли. Красивое место стать. Ладно, пошли. Ладно, Элизабет, пошли, пошли. Ты идешь? Ну ладно. Так. Вот какой неожиданный поворот. Она является сыном, как это, Комсрака, или как его. Я никогда особо не запоминал это имя, ну ладно.
Так, ну давай. Молодец. Так, здесь что у нас? Так, что у нас тут? Тут у нас деньги. Пошли нам вниз, нужно, скорее всего. Так. Одни водопады кругом. Так, ё-моё. Так, а тут уже лава какая-то начинается, окей. Чем дальше, тем лучше. Хорошо, двор. Мы выдвоем. Так, очень большое помещение, мягко говоря. Открой нам сацу. Вон снайпер лежит. Что это? Так. Давай. О. Так, о. Ты пулемет создала? Ух ты, ну какая ты классная-то. Молодец. Так. Так. Так, тихо. Так, ну какими ни к чему. Я в него раза три уже попал. Почему не может сдохнуть? Так, хорошо. Так, давай, где там еще? А, блин. Так, хорошо. Вон еще бегут. Настойчивые парни, блин. Так, где вы там еще? Ой, блин. Это чертов ракетчик, блин. Все, готов ракетчик. Все, кажется, всех сняли. Так, а вот тут соль лежала, которую я не заметил, к сожалению. Так, ладно. Давайте пособираем все, что из них выпало. Ну, тут важно собрать все. Что это за звуки-то? А. Ой, какого? Пулемет! Откуда, блядь, взялся он? Ладно, пошли, у нас мало времени. Так. Хорошо. Нет. Похер. Похер, валим. Так, ладно. Так, надо купить. Так, линия обоймы. Хо-хо-хо. Ну, давайте. Это не очень важно. Так, точности. Нет, пока не будем прокачивать. Так. Так. Ладно, пошли идти дальше. Медикаменты, хорошо. О, блин. Ты, я тебя обожаю после Элизабет. Медикаменты. Автоматическая пушка. Я могу за нее сесть? А, она сама будет стрелять.
О, блин. Ой, 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 ой. Ой, блин, какой ты настойчивый, блин. Блин, ты уйди от меня. Так, где ты? Хорошо. Че, убили? О, это было сложно. Прикольно. Так, предлагаю пока взять пулемет, пока не выберемся отсюда. Потом, как найдем снайпику, ее с ней будем снова ходить. Как-то вот так я предлагаю поделать нам пока. Медикаменты, соли, но боеприпасов тут нету, да? Так, ну ладно, пошлите. Сюда, наверное, да? Давай. А, это не та дверь. Ладно. А, вот это, наверное. Давай. Давай. Молодцом, Элизабет. Ой, блин, здесь целый склад соли, блин. Так, подожди. Давай быстрей. Я еще чихнуть хочу. Нифига себе, блин, профессионалка. Так, чё ты заметил там? Покажи мне. Ой. А, вот шаги. А вот следы остались. Слейд, ты где? Так, хорошо. Так, это немного их задержит. Так, давай, красавчик. Блин, не очень вовремя, не очень вовремя. Хорошо, красавчик. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. А вот. Ой, блин. Да ёбаный ты. Так,
Так, хорошо. Блин, самоубийство не совершил, это плохо. Так, хорошо. Так, на ворону у тебя нет иммунитета, я смотрю, да? Так, хорошо. Давай. Молодец, спасибо, Элизабет. Так, чуть запись нашли, но здесь на мне. Ой, блин. Так какого ж хера? Уйдите, 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 мать вашу. Так, вот он отвлечет, как его пока. Блин. Так, хорошо. Бегом, 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 бегом. Так, хорошо. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай, давай. Хорошо. Пусто. Ладно. Возьмем пулемет. Что это за мину тут вставлять-то, ёпты. Чисто интересно. Нет, ноль. Так, а вон здесь, может, пойдем. Да, походу здесь, скорее всего, да, вот сюда нам нужно. Куда ты бежишь-то? Да, блин, ты издеваешься. Так. Так, хорошо. Бля, я по патронам мось. Мало чего осталось. Так, молодец. Так, хорошо. Ладно. Слейд, ты тут? Ай, блин, Слейд, Слейд, ну что ты не хочешь так легко сдаться нам, а? Так. Надеюсь, это ты, Слейд? Получить шок. Когда он умеет успел? Давайте пощадим его, что ли. Так, ну давайте выпьем и посмотрим, что с нами будет. О, блин. О, конечно, мы током тебе бить можем, да? Ладно, суть я понял, тебе моим электрошоком бить, да? Ладно, оставим слайд с самим собой, своими страхами и все такое. Так, ладно. Сейчас доберемся до слепого сохранения и там, наверное, закончим серию. Так, куда нам-то? Так, а, ну вот, походу, выход, да? Прикольно. Йоу.
О, монету нашел, спасибо. Что у нас тут? Так. Давайте пошли сюда. Да, все, покидаем уже это здание. Мы получили то, что хотели. Опять вагоны, мать. О, соль, спасибо. Опять этот человек вагон, это ты издеваешься? Так, боеприпасы. Да какого ж... Все, завалили. Сволочу вы эту. На, блин. Ах, это же отвратительно. Так. Ланта. Да, ему было темное прошлое у Букера. И знаете, вот думаю, это подходящий момент, чтобы закончить эту серию. В следующий отправимся дальше. А сейчас всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего. Пока.